Видновские тяжелоатлеты – постоянные участники престижного всероссийского турнира «Золотые купола». В этом году показывает свои силы во Владимир, где проходили соревнования. В составе сборной Московской области отправились 10 спортсменов клуба «Богатырь». Мы практически на каждый ездим. С 98 года 24 турнира мы посещали. Вот. Всегда отличное проведение, много спортсменов со всей России, то есть такая мини-чемпионат России. Очень интересное соревнование. Наши спортсмены достойно представили в составе сборной команды Московской области город Видный. Вернулись заслуженными трофеями. 6 видновских спортсменов стали призерами турнира. Первые места заняли Михаил Романов, Ирина Фурдик, Сергей Ермаков, Наталья Щеголева. Молодцы, поборолись, все достойно выступали, боролись. Лето все оттренировались, несмотря на то, что жарко было, потерпели, подготовились, вот результат. Наталья Щеголева в тяжелоатлетике 12 лет. Сейчас в ее копилке целая коллекция наград с чемпионатов России и Европы и почетное звание мастер спорта. Мы все лето почти не тренировались, наверное, только начали недавно, в августе. Ну, я не в форме. Там никого не было, в принципе, соперников. И мне хватило того, что я сейчас имею. А какой вес подняли? 70 килограмм в рывке и 90 точки. Ну, я выступил по одному подходу, и все, больше не стали. Сергей Ермаков на турнире поднял вес в сумме 300 килограмм. Немного не добрал в рывке. Спортсмен признается, что не был готов морально. Чуть-чуть не доработал там по весам. Буквально там 50 килограмм не набрал до своего. Ну, то, что желали с тренером, с Алексеем. А так, в принципе, доволен. Выиграл первое место плюс абсолютку на «Золотых куполах». Впереди у штангистов каждодневные тренировки и подготовка к следующим соревнованиям. В октябре 20 тяжелоатлетов в разной возрастной категории поедут на Кубок Московской области, который пройдет в Люберцах. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.